Уважаемый Григорий Васильевич, вспомните, пожалуйста, как вы узнали о нападении фашистов на нашу родину? И когда вы были призваны в ряды советской армии? О, как узнали? По радио, которого сейчас нет, мы не мыли. Вот. По радио, как узнали? Когда, сколько вам было лет, когда вас призвали в советскую армию? 18 лет еще не было. Значит, а в каких войсках вы служили? Ну, каких? Обыкновенно пехота. Но. Вот милитец нас поет. Я, в общем, там милитеца не был. Это, ну, весной. Аккурат, это, псевная. Потребовались механизаторы. Вот нас отобрали. Я был вот. Все лето. С псевной и до конца уборки. Потом забрали и отправили на фронт. На фронт привезли, расформировали, раскупили нас. Вот мы с первого шага попали в учебный батальон. Вот. Немножко побыли в учебном, расформировали в лыжный батальон. И вот вскоре пока не оторвало. Не отбило клёшки. Я был в этом. Расскажите, где вы воевали? А я уж вот сейчас забыл. Ранило меня под Локней. А какой она области? В каком году? В 44-м. Только исполнилось мне год. Рождение 24-го, второй получил рождение. И с этим мой путь закончился. Чем занимались в мирной жизни? Где трудились? В колхозе. Это ещи. Трактористом. Потом комбайнером, потом обратно трактористом, и до пенсии. Семья большая у вас? Трое детей. Да. А троих ни одного нет здесь. Внуки есть, наверное? Есть. Спасибо. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. Ночи
у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли, этот день победы порохом в дровах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом в дровах. Это праздник с сединою на висках, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.